Праздник святых мучениц веры, надежды, любови Матери к Софии престольный для Свято-Васильевского храма Челябинска, один из пределов которого посвящен этим подвижницам. В честь торжества здесь прошла архиерейская служба. Подробнее о ней в сюжете наших коллег. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий приехал на престольный праздник в Свято-Васильевский приход в Тракторозаводском районе Челябинска. Нижний предел, расположенный в цокольном этаже храма, освящен в честь веры, надежды, любови и матери их Софии. Поэтому 30 сентября, день памяти этих угодниц Божьих, отмечается здесь по-особому. На наших детей, особенно в наше время, когда множество существует различных искушений, и все направлено к тому, чтобы дети не знали о Христе, мы должны, подобно святой мученице Софии, своим малым детям уделить особое внимание. Мы должны их не только привести в православный храм, не только позаботиться об их крещении, не только привести их на исповедь и на причастие. Мы должны воспитать их в православной вере. И сейчас мы совершим молитву святым мученицам Софии и ее детям, дочкам малолетним, вере, надежде, любови. Помолимся о том, чтобы Господь нас вдохновил, чтобы Господь помог нам, нашим детям, научить их основам нашей веры. Научить так, чтобы вера для них была жизненным стержнем. Также владыка Григорий призвал бездетных не оставаться в стороне, посещать сирот в детских домах, дарить заботу другим детям, нуждающимся в любви и поддержке. Нам самим нужно меняться в соответствии с заповедями Божьими, с заповедями евангельскими. И если будет так, если мы сами будем стремиться к тому, чтобы исправить свою жизнь, чтобы мы не только словом учили своих детей, но и своим личным примером, тогда милосердный Господь исправит ситуацию с нашими детьми в лучшую сторону. Престольный праздник – лучший повод поблагодарить всех, кто помогает церкви, и вручить награды труженикам, усердно созидающим дружную приходскую общину. Клирик Свято-Васильевского храма диакон Иоанн Акульшин, глава епархиального отдела религиозного образования и катехизации, получил от митрополита Григория право ношения двойного орария за труды на Ниве просвещения. Священник Марк Каушанский удостоился медали Челябинской епархии третьей степени. Ту же награду получила Надежда Николаевна Казакова за заботы о благоукрашении храма. Дорогая Надежда, пускай Господь вас хранит и не оставляет без своей помощи и милосердия. Праздничный молебен после литургии завершился крестным ходом. И хотя на лицах прихожан маски, жизнь васильевцев постепенно возвращается в привычное русло.